Что предлагает нам фестиваль на этот раз? Что-то, конечно, очень яркое. Мы всегда что-то яркое найдем. Но, как мы знаем, в нашем фестивале есть конкурс международный, есть разные концерты, есть мастер-класс. Но самое важное – это все-таки оперные представления. И на будущий год у нас есть действительно настоящий тарл. Жемчужина. Жемчужина. Французская опера – это опера «Масне Таис». И главную партию будет исполнять лауреат нашей предыдущей конкурса прошлого года Вероника Джоева из России, из Новосибирска. Так что это изумительная роль, которая идеально подходит для нее, я уверен. Вероника как раз сейчас здесь, у нас в Таллине. Она исполнила нам две арии на пресс-конференции. Очень впечатлила нас всех. Спасибо. Очень понравилось. Спасибо. Но вы не в первый раз в Эстонии, хотя, наверное, опера «Таис» для вас будет, как и для нас в Эстонии, первой. «Таис» для меня первая партия такого масштаба, такой красоты. И, пользуясь случаем, благодарю Эрки за то, что он мне позволил вот эту оперу сделать, потому что она мне сейчас очень нужна для дальнейшего становления. В Эстонии третий раз. Первый раз я на конкурсе, потом приезжали на гала «Пучини», и вот третий раз мой приезд. И теперь весной у вас будет 6 спектаклей? 5 спектаклей через день. И, в общем, радостное событие для меня, потому что опять работа с Эрки, всегда удовольствие. И, конечно, солисты, которые будут петь, это Оливер, Кузя, да, и Илья Сельчаков, это уже родные для меня люди. Это уже моя родня. Что ж, я надеюсь, что постановщик Майя Мурдна добавит в эту работу еще свой неповторимый стиль. Так что это будет замечательный спектакль на фестивале «Промфест» в Перно. И в Таллине тоже. Да, один спектакль у нас будет в Русском театре 28 мая.